Меня зовут Данилович Андрей, я работаю слесарем по сборке металлоконструкций, работаю на машиностроительном заводе. Подъем в 5 утра, ну, как обычно, завтрак, привести себя в порядок и выдвигаюсь на работу. Рабочая смена начинается в 7:15. Вот это мое рабочее место. Здесь мы собираем адаптеры для последующей сварки на роботизированный комплекс. Получаем сменное задание, я в паре со сварщиком собираю металлоконструкцию. Это узел, ну то есть в процессе все это будет адаптер. Я вообще с детства любил что-то собирать, и поэтому мой отец был тоже слесарем, поэтому пришел на предприятие. Мне нравится с набора деталей собирать, и получается какой-то узел. То есть, ну, это красиво, мне кажется. Сложностей, как бы, ну, таких особых нету, но бывает, да, вот у нас установлен роботизированный комплекс, он, естественно, требует больше требований, предъявляет качеству, потому что он должен выполнить свою программу, то есть это не человек, а как бы выполнить свою программу точно и как бы строго. Чтобы быть слесарем, конечно, надо внимание, как и во всем, потому что работа с чертежами, с оборудованием, ну и, как говорю, роботизированный комплекс требует очень четкой работы. Мы выпускаем на заводе сельскохозяйственную и строительную технику, и поэтому она важна для нашей страны, востребована на рынке, поэтому наш вклад и мой лично, поэтому я считаю, что моя профессия поэтому и важна. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.